сидим. Повторите 023. А вас понял, высота ваша.
Сколько? Не понимаю, 0,23. Самбо прилива. Высота 0,23, подскажите. Вас понял, видите? 0,23, остаток ваш. Я понял, сколько по времени еще в этой зоне? 0,23 прилива. Сколько по времени еще будете в этой зоне? Вас понял. В каком районе? В районе Василькова наблюдаю две свои. Цель в районе Василькова наблюдаю, отвечаю, свои. В первом режиме. Вас понял. Периодически наблюдаю. Состав две. Один над Борисовым, другой над Василькова. На цели в районе Василькова, правильно понял? Сейчас понял, на 23 текущий курс. За рыбу не заводим? Сейчас понял, на 23 курс. Вас понял, 0,23, влево, курс 150, все по курсу, до цели 150. 0,23, предположительно маловысотная, до цели 155. 0,23, все по курсу, первая на удалении 150, дальняя на удалении 190. Обои. 0,23, на какой высоте наблюдаете? Вас понял. Вас понял, по курсу дальних 140. Самбо, в этом районе Верас? Я понял, 0,23, выполняйте в этом районе левый Верас. 0,23, принял. Отвечает свои, азимут 183 от рэпера на дальности 82 в районе Васильков. Идет в районе, по аэродрому набирает. Ответил. Сейчас уточню. Самбо прилива. Самбо, для информации, наблюдаю в районе Васильков от рэпера 172 на 93. Отвечает свои. Самбо, как меня принимает? Я прилив. Самбо, еще раз, от рэпера 173 на 95 в районе Васильков, отвечает свои. Самбо, я прилет на связь. Второй смещик будет готов через 7 минут к работе. Как поняли меня, через 7 минут. Самбо, приливу. Самбо, выключаю. Спасибо за работу. Принял.
могут, они могут понять, эти работяги, как расставлять. Ты 45-й. Наконец-то точки двойной, блин, и сверху. Полковник, давай через дорогу переходим. Сороковый, сороковый, сороковый,
945-му нахай. Тупо нет, я нажимаю. Там таке, скільки там допомоги на дому.